Радио 54. Ну а что значит неграмотно эксплуатировать? Это, ну, какие-то распространенные ошибки. Ну, он купил машину, он заглянул в руководство по эксплуатации, смотрит, о, замена масла раз 15 тысяч. То есть вот он, вот у меня новый Солярис, вот там только 14 тысяч пробега. А ты масло уже поменял? А зачем? Там же 15, да? Да, там же 15 написано. Я говорю, ну, дружище, давай, ну, есть тяжелые условия эксплуатации, что-то тяжелое. Ну, говорю, вообще, уже сама по себе эксплуатация в городе, это уже тяжелые условия эксплуатации. Плюс наша грязь там в межсезонье, вот эта пыль, наши температурные режимы. Пусть кто тебя знает, еще где-то ты масло покупал, да? С маслом вообще в Новосибирске, ну, не только в Новосибирске, вообще в нашей стране с маслом беда. Вот в начале года был очень крупный скандал с очень именитым производителем из большой тройки. Угу. Я сейчас не буду бренд называть. У них в начале этого года была новая канистра, новая линейка масел с высокими степенями защиты, и через два месяца нашли подделку. И суть сама, вот, мякотка ситуации в том, что качество изготовления канистры у подделки было лучше, чем у оригинала. Но это еще не все. Там на крышечке у них есть наклеечка, снимаете верхний слой, там есть код. Его можно на сайте проверить. Еще и код на сайте пробивался. Прекрасно. Какой, в какое сложное время, друзья, мы живем. Так и делать тогда что? Делать, расслабиться, чтобы, и получить, чтобы эксплуатацию, к примеру, вот своего небольшого парка автомобилей вести грамотно. Чего или чего не делать тогда? Во-первых, надо интересоваться хотя бы тематикой, потому что если вы не уверены сами, обратитесь к специалистам. Можете обратиться к нам, мы всегда подскажем, какое-то решение найдем, нашу продукцию посоветуем или даже не нашу. Не знаете, обратитесь на какую-то станцию. Всегда у таких людей есть знакомые, кто ведет станции и так далее. Они вам всегда подскажут и объяснят, что в такой ситуации нужно делать. Интервал масла замены небольшой подбирайте. И с вниманием обратитесь к расходникам. Ну, мы не зря начали с таксистов. Они же тоже на месте не стоят, правда же? Пробеги, да. У них очень большие пробеги. Они в год проезжают, легковая машина, в среднем около 100 тысяч километров. Иногда 120-130. Uh-huh. И это такая возможность для нас заглянуть в будущее. То есть, допустим, этот автомобиль в среднем ходит до капитального ремонта, ну, не автомобиль, двигатель, 200 тысяч километров, например. Ну, самый популярный наш ходовой, мы не будем марку называть, чтобы не разводить тут полемику. 200-250 тысяч. В среднем ресурс нормального двигателя. Современного легкомоторного двигателя, небольшого объема. Очень сильно на него влияет условия эксплуатации. Также мы готовы предложить нашу продукцию, которая еще готова увеличить этот ресурс этого двигателя и других узлов и агрегатов в два раза примерно. Ох, ничего себе! Ну, то есть, если я вас правильно понял, то благодаря таксистам вы как бы сжимаете время и смотрите на двигатель, который в обычной жизни бы нужно было ждать там несколько лет, чтобы он набрал вот эти вот свой пробег, который вам интересен. Да, да. А вы тут, значит, этот пробег получаете за год и с помощью своих... А вы знаете, как удобно? Я проводил испытания на ТП. Угу. Это самый большой парк по эту сторону Урала. Так. У них более 100 единиц техники, в том числе грузовой. Там огромные площади, колоссальное предприятие, дочка Сибека. И у нас на испытания шло полтора года. Угу. Чтобы получить хоть какой-то результат. А таксист приобрел продукцию, ты ему рассказал, на что обращать внимание, он к тебе возвращается через два месяца, говорит, слушай, классно. Ну да, ну и, наверное, можно открыть, также померить там все, да? Ну, вообще, мы говорим людям, ну, не поленись, замерь. То есть, если машина уже походила, самый такой интересный пример – это замерить компрессию до и после обработки. Но, как правило, люди ленятся. Ну, бывает людям, которым интересно до истины докопаться. У нас есть клиент, мы с ним пополам оплачивали анализ масла отработки с его мотора. Ну, причем, ну, нам самим было интересно. Да-да-да. То есть, когда, там можно обратиться не только за приобретением продукции. Нам очень интересны вообще любые исследования. Но с другой стороны, клиент же в этом тоже заинтересован. Если у него большой парк автомобилей, если он пытается сэкономить, покупая вашу продукцию, ему хочется знать, насколько ваши доводы, ваши выводы объективны. Кстати, если нас сейчас слушают владельцы парков, приходите к нам, не надо никаких денег, мы вам обработаем 1-2 единицы техники бесплатно. О как! А чем обрабатываете? Мы обрабатываем нашими трибосоставами линейки «Актив». Это в первую очередь обработка мотора. Она просто самая наглядная. Угу.
То есть, если нам принесут машину, скажем, с пробегом 100-150 тысяч, это такое оптимальное решение, потому что на нем просто результат виден лучше всего. Мы его бесплатно обработаем. Но это должен быть реальный пробег, да? А не просто там на одометре нарисовано. Ну, плюс-минус, да. Приходите к нам, мы обработаем вашу технику, вы сами убедитесь в результате, и мы уже будем дальше сотрудничать. То есть... Неплохое заманчивое предложение. Да? Это утром, правда. Утром стулья, а да, вечером, да, да, вечером сотрудничество. Да, да, да. Напомним, кстати, где Супротек находится. В Новосибирске, станционная 16-1, телефон 383-55-59. И увеличить ресурс мы можем как нового двигателя, вот это важно, или любого другого узла и агрегата, в котором присутствует штатная смазка, так и двигатель с большим пробегом. Если вы обрабатываете новый двигатель, вы получаете большое количество ресурса сверху. Если вы обрабатываете двигатель с пробегом, такое большое количество ресурса вы уже не получите, но все равно вы получите серьезный результат, и главный эффект будет заметен очень сильно. Потому что параметры, которые ваш мотор выдает по мощности, по расходу топлива, вы этого не замечаете, потому что вы каждый день за машиной ездите, даже если она была у вас с салона, со временем характеристики потихоньку уменьшаются. Супротек поможет их вернуть практически к заводу, за некоторым исключением. Вернуть к заводским показателям мощность. Супротек может только на время, или если заменить состав там, в смысле долить нового состава, то опять это вернется. Чудес не бывает. Вечно ничего работать не будет. Обрабатывайте там супротеками, бережно эксплуатируйте. Угу. Ничто не будет работать вечно. Но Супротек на очень серьезный промежуток времени эти параметры повернет вспять. В среднем эффект от обработки курсом для среднего двигателя в зависимости от манеры эксплуатации от 60 до 80 тысяч километров. Хороший показатель. Да, то есть ресурс современного двигателя, который рассчитан на 200-250, потом он все умирает, мы можем продлить еще на 100-150 тысяч. Это средний случай. Угу. Это ресурс поршневой, который 50%. Мы можем дать. Волшебники. Радио 54. Первое областное радио.